Всем привет! С вами снова Рак не Пушка. Мы продолжаем проходить игру Dark Souls, первая часть. В прошлой серии мы позвонили во второй колокол пробуждения. Добрались наверх, сейчас стоим перед местным Форт Боярд под названием Форт Сена. Как видите, дверь открыта. Внизу стучит Андре, вы его тоже должны слышать. И надо бы у него все-таки закупиться вещами. Вот. В прошлый раз я пытался разобраться, как использовать жесты. Не знаю, почему в прошлый раз они не сработали. В этот раз все работает. Так что, персонажи, я тоже вас приветствую. Итак, нам нужно съесть консервы и купить стрелку. На всякий случай. Мало ли пригодятся. Так, наверное, вот такой вот одной хватит. Нет, не хватит. Давайте вот такую. Вот, на 3000. Так, купить предмет. Стрелы. Какие стрелы? Так, урон. Ага, вот, длинный стрел 60 урона. 64 стрелы, в принципе, должно хватить. Итак, я долго это откладывал, но надо. Отправляемся в довольно-таки неприятное место. Получше, конечно, чем предыдущее, но своих хватает там приколов. Итак, в прошлый раз, когда мы позвонили парень, не понимаю, зачем тебе это надо. Писать. Отсюда исчез Сигмайер из Катарины. Вот. А что с видео? Ну ладно, у тебя проблема с развитием. Ты это не скрываешь. Меня, надеюсь, хорошо видно. Так. Стоп, я что-то сейчас стрим свой смотрю, у меня что-то подлагивает. Так ли это? Привет, Лех, скажи, у меня нормально видно? Ладно, я пока играть буду, если будут проблемы, пиши. Итак, вот мы заходим в крепость Сена, Сигмайер из Катарины ушел. Итак, вот, что мы видим. Здесь нажимная плита. Если мы на нем встанем, то срабатывает ловушка. Стоит быть внимательным. В этой игре не так часто появляются ловушки. Желательно использовать эту ловушку, чтобы убить одного из вот этих парней. Что-то как-то бронированное для меня. Странно. Блин, еще в самом начале убьют первые враги. Блин. Лех, напиши что-нибудь. С видео все в порядке. Блин, не то нажал. Невнимательность. Невнимательность. Итак, мы расправились с первыми стражами. Своеобразные змееголовые люди. И направляемся уже вовнутрь. Не забываем забрать предмет. Душу отважного воина. Не-не, погоди, Леха, у меня тоже притормаживает. Это не твои проблемы. Сейчас я, пожалуй, стрим перезапущу. Глянем, изменится, нет.